В городском отделе полиции вновь говорили о безопасности детей и подростков. Этим летом главной причиной преступлений и правонарушений как в отношении подростков, так и ими самими являются безнадзорность и беспризорность. Для выявления и пресечения административных правонарушений несовершеннолетних в многочисленные рейды и встречи с детьми и их родителями сотрудники полиции выходят с представителями всех субъектов профилактики. За 6 месяцев 2021 года по линии несовершеннолетних было выявлено 923 административных правонарушения, из которых 213 было совершено самими подростками, 630 было совершено родителями либо их законными представителями, а также 80 правонарушений было совершено иными лицами, в том числе за вовлечение подростков в распитие алкогольных напитков. В эти летние месяцы мы опять говорим о несчастных случаях с детьми, в том числе падение из окон. Хотелось бы обратиться к родителям, в первую очередь, не оставлять детей одних, в особенности это касается малолетних детей в квартирах, учитывая то, что ведется профилактическая работа агитационная как сотрудниками полиции, так администрации, так сотрудниками прокуратуры города. За это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. И особое внимание уделить, учитывая то, что летний сезон, у детей каникулы, в части касающейся нахождения на воде, как сказала Елена Владимировна, желательно уделить большее внимание и контроль с целью предотвращения несчастных случаев. И еще одно предостережение родителям. Согласно статье 55 закона Тверской области, несовершеннолетние до 16 лет без законных представителей на улице могут находиться до 22:00. После они должны находиться только с законными представителями. В случае выявления несовершеннолетних, находящихся на улице, решается вопрос, либо они... Законный представитель привлекается по статье 55 закона Тверской области, либо по статье 5.35 Кодекса административных правонарушений за ненадлежащее воспитание и содержание несовершеннолетних детей. Уголовной ответственности как таковой за нахождение именно на улице в отношении законных представителей не предусмотрено. Предусмотрена уголовная ответственность за именно ненадлежащее воспитание, жестокое обращение с несовершеннолетними детьми. Во вторник, 20 июля, в программе «Тема дня» сотрудники правоохранительных структур еще раз напомнят жителям Тверского региона, к чему приводит детская безнадзорность и как можно избежать несчастных случаев с участием детей и подростков.